Судебную оценку получила трагическая гибель тракториста в Усть-Илимском районе. Утром 15 января на реке Печоры возле села Окунев-Нос два гусеничных трактора расчищали готовящуюся ледовую переправу. В 300 метрах от берега первый ДТ-75 внезапно провалился в воду и мгновенно ушел на трехметровую глубину. 53-летний тракторист погиб. По факту нарушения требований охраны труда, повлекшим смерть, возбудили уголовное дело. Обвинение предъявили индивидуальному предпринимателю Михаилу Малышеву, который нанял двух работников в рамках муниципального контракта на содержание автодороги и переправы. Не было у тракториста вот этого спасательных жилетов. Значит, ну и в целом, как предписывают правила обустройства ледовых переправ, в принципе, на тракторах, которые занимаются российской переправой, должны быть сняты кабины. Работал мужчина без оформления трудового договора. Как пояснил сам предприниматель, должны были они заключить договор, ну, задним числом. Значит, не были пройдены ряд инструктажей по безопасности охраны труда. Все обвинения в свой адрес Малышев признал, принес извинения жене погибшего работника и выплатил ей компенсацию. Суд учел все обстоятельства и свободы сельского предпринимателя. Лишил условно, сроком на 1 год и 3 месяца. Приговор уже вступил в законную силу.